Несколько раз в год представители духовенства Видновского церковного округа собираются на братское совещание, на котором обсуждаются насущные вопросы церковной жизни. Предваряет его совместная молитва. «Избави от всех бед, рабы Твоя, и всегда, яко милости, исполни во благих желания всех нас, и лежно молимся Ти, услыша и помилуй». По окончании молитвы из рук благочинного Видновского церковного округа иеромонаха Сафрония медаль преподобного Варлаама Серпуховского первой степени получила Нина Бессонова. Нина Владимировна на протяжении десятков лет является активным участником и организатором различных проектов, направленных на популяризацию и сохранение церковных традиций. За этой наградой стоит целый коллектив и целый период моей жизни в 35 лет. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива. Поэтому я сейчас не руковожу коллективом, сейчас это уже другое учреждение. И поэтому я хочу им пожелать, ребята, не будьте только правопреемниками, но будьте еще правопродолжателями. Успехов вам! Архиерейскую грамоту за усердные труды во славу Божию вручили заместителю главы Ленинского городского округа Татьяне Квасниковой. В своем обращении к священнослужителям она отметила большой вклад видновского духовенства в общественную жизнь муниципалитета. Вам не безразлично все, что происходит в нашем городе, особенно если это дети. Каждая школа знает дорогу к храму. Позвольте от имени главы передать вам слова вот этого глубочайшего уважения и благодарности. Почетные грамоты, благодарственные письма главы Ленинского округа и памятные подарки вручили клирикам храмов различных поселений округа. Таким образом, отмечена их активная работа по сохранению церковных традиций и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Синергия церковно-государственных отношений – это на самом деле важное такое достижение, которое существует после 90-х годов. А примером вот таких хороших отношений служит огромное количество совместных проектов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.